Таможня Молдовы задержала две партии золотых и серебряных изделий. Их так называемые черные копатели пытались перевести через территорию страны. Между тем, говорят археологи, страдает и сама Молдова. Все больше людей приобретают металлоискатели и отправляются на поиски клада. Там, где еще не успели побывать, специалисты хозяйничают, любители. Что можно сделать, чтобы спасти историческое наследие, выясняла Ксения Енеева. Стеклянные изделия, сахарница, стеклянный стакан с какой-то греческой надписью, чернильница. Эти бронзовые сосуды, керамику и скульптуры из мрамора привезли в Молдавский музей истории из Амстердама. Именно туда нелегальные кладоискатели пытались контрабандой провести груз. Сейчас экспонаты, а это больше 20 предметов античности и византийской эпохи, находятся в специальном хранилище. Согласно международному законодательству, если на таможне находятся предметы антиквариата, они возвращаются в точку отправки. И по месту прибытия, то есть эти предметы уже изучаются, делается экспертиза и изучаются. То есть эти предметы найдены вот именно черными копателями или, не дай бог, то, что уже касаемо музеев. А вот эти античные монеты в руки научных сотрудников попали всего неделю назад. Контрабандисты пытались провести через границу 13 килограммов золота и 800 античных монет. Сейчас местные нумизматы проводят экспертизу. На нее могут уйти месяцы. С монетой нужно работать деликатно. Это объемный труд. Мы должны определить технические параметры, определить датировку, номинал и вес. Занести каждую монету в специальный журнал. При детальном анализе можно сразу выявить фальсификат. Молдавская земля богата артефактами, ведь еще в древности здесь пролегали крупные торговые и миграционные пути. Сегодня в маленькой стране насчитывается порядка 9 тысяч археологических памятников, которые еще не до конца изучили специалисты. Пока археологи ищут деньги на раскопки, их опережают так называемые черные копатели. Они без лицензии скупают металлоискатели, а землю часто раскапывают бульдозерами, разрушая бесценные находки. Бояться нечего, ведь штраф всего $200. У нас есть законодательство, регламентирующее раскопки, но, к сожалению, этот закон беззубый, потому что уголовная база, скажем, не совсем совершенна. И этим пользуются вот эти вот черные копатели. В обозримом будущем таких предпринимателей обещают жестко наказывать. Чиновники из Министерства культуры и Минюста заканчивают разработку поправок в Уголовный кодекс и в закон об археологических раскопках. Это касается, с одной стороны, вот штрафов, которые будут налагаться в крупных размерах, и с другой стороны предусматривается наказание вплоть до тюремного заключения на определенные годы. А в Министерстве культуры планируют вести строгий учет металлоискателей и изымать их у тех, кто купил прибор без лицензии. Ксения Яниева, Александр Борейко. Новости Содружества. Молдова.